Уважаемые коллеги, по большому счету программа нашей конференции исчерпана на сегодня. Я бы в заключение хотел сказать несколько слов, а потом попрошу подготовиться модераторов наших, докладчиков, всех, кто хочет сказать, выразить свое мнение, поскольку время у нас еще есть, мы с удовольствием вас выслушаем. Я хочу сказать, уважаемые коллеги, что сегодняшняя конференция, международная конференция «Образовательные технологии в физиологии и медицине», событие-то, конечно, знаменательное, побуждает к размышлениям о роли физиологии на современном этапе и о роли физиологии в будущем. Главная задача медицины, это не секрет, состоит в том, чтобы не только и не столько в лечении больных, а в том, чтобы не дать здоровому человеку заболеть, несмотря на сотни причин. И создать условия, чтобы человек, несмотря ни на какие причины и обстоятельства, оставался здоровым. В этом состоит профилактическое назначение медицины, и нашему предмету, то есть нормальной физиологии, принадлежит, конечно же, в этом плане ведущая роль. Как говорил Клод Бернар и как любит повторять наш многоуважаемый Фируз Абдуфатович, физиология – это основной стержень, на котором держатся все медицинские науки. Физиология должна готовить будущего врача к грамотной оценке уровня здоровья, учить способам укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни. Сегодня это продемонстрировали все вы, уважаемые коллеги, в своих замечательных докладах, в своих презентациях. По результатам сегодняшней конференции в Бухаре при содействии, опять же, многоуважаемого Фируза Абдуфатовича будет опубликован специальный выпуск журнала «Биология и интегративная медицина». В сборник вошли статьи ведущих физиологов Кыргызстана, России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Мне очень отрадно, что нашу инициативу поддержали наши коллеги, терапевты, хирурги, гинекологи, педиатры, патологоанатомы. Вот я Гульзиру Кулыбековну вижу, мою коллегу. С самого начала конференции она ни на секунду не отключается. Это очень приятно. Студенты, люди неравнодушные к студентам, люди неравнодушные к обучению, воспитанию молодежи, процессу становления конкурентоспособного специалиста в области медицины и здравоохранения в целом. Конференция запомнится еще и тем, что в ее рамках сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве двух замечательных медицинских вузов: Воронежского государственного медицинского университета имени Николая Ниловича Бурденко, Воронеж, Россия, благодаря вот Евгению Владимировичу Дорохову. Спасибо огромное Игорю Эдуардовичу Исауленко, который принял участие в этой конференции и подписал этот меморандум. Хочется поблагодарить за большую роль в организации конференции, поддержки на всех ее этапах руководителей и сотрудников НАО «Медицинский университет Астана» в лице ректора профессора Даниуса Павалькиса, руководителя Центра трансферта образовательных и дистанционных технологий Айгуль Абдулдаева, директора департамента по академической деятельности Жанар Букеевой, заведующую кафедрой общей врачебной практики с курсом доказательной медицины моего большого друга Гульмиру Дербисальну, директора департамента научно-исследовательской деятельности Гульнару Тулешеву, руководителя пресс-службы университета Динару Кожахметову и, конечно же, мой родной коллектив, кафедру нормальной физиологии Медицинского университета Астана, которая полным составом присутствует здесь на конференции. Невозможно выразить словами неоценимый вклад в организацию и проведение данного форума его идейных вдохновителей, председателей конференции. Я благодарю от всего сердца наших уважаемых профессоров Фируза Шукурова, Душанбе, Таджикистан, Фариду Миндубаеву, Караганда, Казахстан, также модераторов и докладчиков конференции Игоря Шахматова, Улитину Оксану, Барнаул, Россия, Евгения Дорохова, Елену Баеву, Наталью Горбатенко, Воронеж, Россия, Ирину Кананец, Аиду Сайдылдаеву и Анесса Зарифьяна, Кристину Горбулеву, Бишкек, Кыргызстан, Паризу Халимову, Душанбе, Таджикистан,
Диларому Чилову, Бухара, Узбекистан, Ларису Исакову, Ижевск, Удмуртская республика. Я не знаю, Лариса Сергеевна не смогла сегодня выступить, но надеюсь, что она присутствует на нашей конференции и несколько слов нам еще скажет. Вячеслава Вдовина и Татьяну Семенюк, Барнаул, Россия, Светлану Шутову, Тамбов, Россия, Нурию Харисову, Лепесбаеву Гульден, Караганда, Сальву Ибраеву, Нурсултан, нашу юную коллегу, секретаря оргкомитета Ардак Жиенгалиеву, которая сопровождала нас вот на протяжении всего этого времени. Отдельных слов, конечно, благодарности заслуживает Фарида Анваровна Миндубаева. Я ее назвал музой нашей конференции, вдохновителем нашей конференции. Именно она была инициатором этого всего. Спасибо, Фарида Анваровна, вам огромное. Отдельные слова благодарности мы адресуем сегодня Иному Караматову, ассистенту кафедры народной медицины и профпатологии Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али Ибн Сино, директору медицинского центра магии здоровья, за возможность публикации статей в журнале «Биология и интегративная медицина». Я считаю, что это большое достижение. Журнал посвящен именно нашей конференции, специальный выпуск. Мы все надеемся, я надеюсь, что конференция и специальный выпуск данного журнала достойно отражают, отразят современное состояние образовательных технологий, физиологии и медицины, их эффективность, трудности внедрения в учебный процесс и пути решения проблем. Уверен, уважаемые коллеги, что сегодняшнее мероприятие послужит хорошей методической основой для педагогов разных областей знаний, а также станет надежным фундаментом дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества ученых и педагогов Таджикистана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и, надеюсь, в ближайшем будущем других стран. Спасибо всем, кто сегодня с нами. Спасибо всем огромное. Спасибо. We'll be right back.
Mm-hmm.